Добрый день, уважаемые коллеги! В эфире член комитета по этике доктор Йозеф Кац. Следующий объект многим из вас будет знаком по предыдущим рассмотренным документам фонда. Сегодня я хотел бы заострить ваше внимание на сплаве Телекил. Объект номер SCP-148. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Версия 3. SCP-148 на момент написания хранится в виде 120 слитков весом примерно 10 кг каждый. Запрещается хранение слитков в зонах, где содержатся объекты SCP, воздействующие на разум. Слитки следует распределить поровну между пригодными для хранения учреждениями фонда. Раз в месяц следует взвешивать каждый находящийся на содержании слиток и отчитываться о результатах взвешивания. Категорически запрещается физический контакт любых объектов, наделенных экстрасенсорными способностями или способностями воздействия на разум с SCP-148. Если такое произойдет, необходимо эвакуировать людей с места происшествия и подорвать попавший под воздействие образец SCP-148 с помощью удаленного детонатора. Запрещается назначение сотрудников на SCP-148 сроком больше 3 недель. Все сотрудники, назначенные на SCP-148, обязаны регулярно проходить психологическое освидетельствование. Описание. SCP-148 представляет собой вещество с металлическими свойствами, составленное из различных элементов, как известных, так и неизвестных ранее. Общая масса имеющегося в распоряжении SCP-148 приблизительно 1,1-1,2 тонны. Цвет SCP-148 серо-зеленый с голубоватым отливом. Материал быстро окисляется в воде. Температура плавления SCP-148 примерно 4500 градусов по Цельсию. Температура кипения приблизительно 9000 градусов по Цельсию. Плотность SCP-148 составляет от 6,2 грамм на сантиметр кубический до 6,76 грамм на сантиметр кубический. Твердость 39 HRC по шкале твердости Роквелла. Материальные свойства объекта, такие как прочность, вязкость и обрабатываемость, сходны со свойствами платины. SCP-148 состоит в основном из платины и иридия. Эти элементы образуют 62% и 20% массы сплава соответственно. Также в состав SCP-148 входит еще несколько металлов, в том числе железо, кобальт и медь, образующие 16,5% массы сплава. Остальные 1,5% приходится, как считается, на вещество или вещества, неопределяемые с помощью спектроскопии или какими-либо другими методами. Изображения, снятые с помощью сканирующего туннельного микроскопа, показывают пробелы в кристаллической решетке, которые при нормальных условиях должны быть заполнены другими материалами. SCP-148 проявляет свойство частично или полностью блокировать экстрасенсорные и телепатические свойства живых организмов, находящихся в непосредственной близости от него. Воздействие сложно просчитать, но похоже, оно усиливается обратно пропорционально квадрату расстояния от объекта и прямо пропорционально количеству используемого материала. 1,1 тонна SCP-148 была найдена в металлургическом отделении главного сооружения лабораторий Прометея во время зачистки здания фондом. В документах, связанных с проектом, была обнаружена информация о том, что данное вещество, находившееся на стадии доразработки, должно было быть снабжено торговой маркой Телекил и продаваться под этим же названием. Однако из-за «удалено» и последовавшего за этим политического фиаско, а также разрушения главного учреждения лабораторий Прометея, получили ориентировочно 1,3 тонны SCP-148 и продали его неизвестным покупателям.
Агенты и бухгалтеры-криминалисты организации занимаются поиском оставшейся части партии SCP-148. Приложение 148.01. Поскольку SCP-148 потенциально может быть задействован для содержания воздействующих на разум объектов, было одобрено перекрестное тестирование SCP-148 с такими объектами. На данный момент тестирование находится на ранней стадии, но судя по воздействию на аномальные предметы малой силы, эффективность SCP-148 в содержании таковых объектов будет высока. Стоит отметить, что SCP-148 никак не действует на предметы, чьи аномальные свойства целиком миметические. Приложение 148.02. Начали поступать сообщения от сотрудников, что у уборщиков, регулярно назначаемых на обслуживание зоны содержания SCP-148, проявляется иррациональное поведение и ухудшаются навыки общения. Через 3 недели, в течение которых их поведение становилось все более аномальным, 2 человека из обслуживающего персонала пришлось осмотреть и допросить. Опытным путем было установлено, что означенные сотрудники утратили способность к восприятию мимики и жестов и не придавали никакого значения интонации и способу построения фразы. Также они не могли понять эмоции и намерения других людей, а их словарный запас значительно уменьшился. Дальнейшие исследования показали, что лингвистические и социальные навыки людей, регулярно контактирующих с SCP-148, или подолгу находящихся вблизи от объекта, со временем ухудшаются и падают до нуля. За 8 недель подопытные полностью потеряли дар речи, не понимали невербального компонента общения и сами не могли им воспользоваться. При этом их умственные способности остались на прежнем уровне. Приложение 148.03. В ходе взвешивания. Через месяцев после того, как организация приобрела SCP-148, было установлено, что масса SCP-148 увеличилась на 100 кг, при этом объем слитков не изменился. Таким образом, плотность увеличилась на 9%. Источник приращения массы неизвестен. Отчет об инциденте 148.1. Для проверки возможностей SCP-148 и пределов роста его массы, 900 грамм материала положили на весы и поместили в камеру содержания SCP-удалено. В присутствии SCP-148 сошло на нет. Образец материала начал стремительно тяжелеть, временами темп увеличения массы достигал 50 грамм в секунду. Через минуту темп увеличения массы стал падать. А еще через минуту 40 секунд образец стал весить 1400 грамм. Еще 8 секунд масса образца оставалась неизменной, после чего за 2 секунды скачкообразно сократилась до 800 грамм. За эти 2 секунды воздействие SCP, но многократно усиленное, испытали все сотрудники в радиусе 60 метров. Это в 12 раз превышает радиус действия SCP, что привело к «данные удалены» и полной блокаде учреждения до того момента, как попавшие под воздействие сотрудники были вывезены. В свете этого инцидента был установлен строгий запрет на взаимодействие SCP-148 с объектами, воздействующими на разум. Приложение 148.04. Изменения, сделанные после инцидента 148.1, показывают, что масса SCP-148 увеличивается. Удалено. Имеется теория, что повторение событий, схожих с экспериментом 148, с большим объемом SCP-148 может привести к данные удалены. Условия содержания пересматриваются. Ввиду его свойств, данный объект как может принести фонду пользу и несомненную выгоду, так и колоссальные потери. И зависеть это будет в том числе и от вас, уважаемые коллеги. Чтобы поддержать программу распространения доступной информации для повышения уровня грамотности и безопасности сотрудников,
оценивайте и делитесь этим аудиоматериалом, оставаясь на волнах радиовещания SCP Foundation. И помните, фонд заботится о вашем благополучии.